Такой домик у нас получился очень красивый. Все мы видели, какой он был. Что было сделано? Очищена крыша, полностью натуральная черепица. Затем по системе комбитерм были утеплены стены и облицованы клинкерной плиткой. Система комбитерм обшивалась пенопластом 65-й плотности. Столкнулись с такими трудностями, то что стены были очень сильно завалены, но все же мы смогли выправить это все. Ну, теперь мы видим, какая красота у нас получилась. Входную группу меняли, то есть полностью разворачивали ее в другую сторону, так как площадка верхняя была всего лишь 50 сантиметров, что очень неудобно при входе в дом. Удлинить первоначальную сторону не получилось, так как есть окно, которое служит вентиляцией для цокольного этажа. Ну, соответственно, теперь вот так вот удобно можно попасть в дом. Крыльцо отделано клинкерной брусчаткой фирмы Fallhaus, Германия. Все очень надежно и классно получилось. Красивое, нескользкое крыльцо. Также менялась система водосточки. Ставили металлическую водосточную систему фирмы Grand Line. Видим, уже стоят камеры видеонаблюдения. Также переносили газификацию, так как кухня переехала в другое помещение у нас, и газ теперь не требовался на кухне. Все будет на электричестве работать. Соответственно, газ сразу провели в котельную. Также была заменена полностью брусчатка на парадной входной группе, а задние части и боковые использовали старую брусчатку, предварительно реставрировав ее. Перепады были очень сильные, немножко пришлось повозиться, но результат виден налицо. Здесь вот была заменена подпорная стенка. Видим, да, какой уклон на участке. Также добавлены ливневая канализация и выводы для уличного освещения. Вот подпорная стенка практически по всему периметру дома. Наш красивенький домик. С другой стороны балкон, который был открытый, теперь утепленное помещение, продолжение спальни. Увеличили хозяйскую спальню. Можем наблюдать, какой чистой стала крыша. Задняя часть дома. Видим, как все хорошо получилось. Видим также дополнительные отверстия вентиляции с обратными клапанами. Да, вот такую вот лестницу мы добавили для того, чтобы было удобно попадать на огород, соответственно, в баню, лес, природа. Вот мы попадаем в дом. Вот такая вот большая кухня-гостиная. Заказчики очень гостеприимные люди.
Поэтому это помещение имеет большую важность. Такое большое помещение получилось. Будет еще дополнительная мебель установлена, где можно будет комфортно проводить время. Такие вот санузлы у нас. К сожалению, перепланировка дома не везде помогла увеличить помещение. Вот такой вот небольшой, уютный санузел. Их в доме 3 на каждом этаже. Как я уже говорил, заказчики очень гостеприимные люди, поэтому в доме предусмотрено 3 гостевых спальни. Вот одна из них на первом этаже. Здесь будет гардероб. Также гардероб имеется при входе в дом. Менялась лестница полностью, точнее ступени, поручни, площадки. Балясины частично оставлялись старые, они реставрировались. Также добавили, так как по технологии не хватает, количество ступ не хватало для того, чтобы соблюсти расстояние, чтобы никто туда, в том числе ребенок, не смог пройти. Вот в пристрое такие вот просторные гостевые спальни. В скором времени будет наведен порядок идеальный. Вот видим еще одну гостевую спальню зеркального отражения. Здесь вот также будет гардеробный шкаф. Идем на цокольный этаж. Здесь все у нас тоже интересно. Котельная. Абсолютно все оборудование здесь заменено, кроме газового счетчика. Также отревизирована скважина, были заменены обратные клапана, трубы и обвязка, которая находится внутри кессона. Идем дальше. Каминная. По просьбе заказчиков камин был отключен. Вот, и мы его просто преобразили вот такой вот картинкой. Здесь будет детская игровая комната. Попадаем в следующее помещение. Это бывшая сауна. Задней надобностью ее демонтировали, так как есть полноценная баня на участке. Вот, видимо, здесь такую вот огромную акриловую ванну поставили размером 190 на 90. И вот душевые с тропическим душем. Небольшой санузел. Соответственно, постирочная комната. Идем дальше. Это кладовая на цокольном этаже. В принципе, функциональность кладовой у нас хранится. Мы сюда перенесли электрощитовую. Полностью была заменена электропроводка во всем доме. Автоматные группы, счетчики. Двухтарифный счетчик поставили день-ночь. Также в этом помещении у нас будет некий сервер. Здесь оборудование по телевидению, видеонаблюдению, интернету и так далее. Ну вот такая комнатка, хозпомещение, так скажем. В данном помещении у нас был когда-то гараж подземный. Вот. На сегодняшний день это такой импровизированный кинозал. Здесь вот будет большой телевизор. Видим, да, подсветку вот такую вот мы используем для того, чтобы регулировать уровень освещения, направленность освещения. В доме также образовалась холодная кладовая, такая тупиковая зона. Оставили старую дверь для того, чтобы отсечь
поступления холода в основной дом. Ну, такая вот кладовка. В любом хозяйстве наберется много вещей для хранения. Вот мы попадаем на второй этаж. В доме также имеется система сигнализации. Вот такие вот датчики по всему дому установлены. И пульты управления. Такие вот. Будут управляться как со второго этажа, так и с первого этажа при входе. Ну что, вот мы видим такой вот небольшой опять-таки санузел. Ванную комнату, теперь попадаем в туалет. Это одна из детских комнат. Видим, да, какое тут интересное дизайнерское решение. Кирпичная стена. Следующая детская комната. Здесь вот место для домофона со второго этажа, чтобы была возможность открывания. Вот следующая детская комната у нас. Мебель потихоньку собирается. И попадаем мы в хозяйскую спальню. Вот как раз видим мы наш балкон, который был утеплен. И теперь это продолжение спальни. Как тут просторно и красиво стало. Какой вид из окна шикарный. Это еще одно помещение у нас получилось. Гардеробное. Пока по мебели, по функциональности здесь не определились, соответственно, здесь пусто. Но все же здесь мы добавили вентиляцию, так как тупиковая комната, и вентиляция, она просто необходима. Такая красота у нас в доме получилась.